Привет! В этом видео покажу, как делать двигатель 1GZ. Для этого нам пригодится пластик, ну, либо карточка, медная проволока и стержень от ручки, любой. Сперва делаем из пластиковой карты по размерам своей подкапотки вот такую вот заготовку. Потом берем шпаклевку и заделаем все неровности. Так вот, я отшкурил. Теперь из медной проволоки будем делать трубу сюда вот, на эту линию. 4 штуки, чтобы они выходили к турбине. Итак, вот что у нас получилось. С проволоки мы сделали вот эту вот, также стержень от ручки приклеили вот эту верхнюю часть. Тонки тоже сделаны из стержня от ручки, только расплавленные и растянуты, получилось так вот тоненько. Так, приклеено. Турбину сделано тоже из прозрачного стержня, разрезанная, расширенная изнутри. Так приклеено на проволочку. Так получилось пока что. Теперь надо будет сделать выхлоп. Эти вот сюда вот еще добавить крышку маслосъемную. Ну и в принципе все. Так, вот разокрасил. Красный цвет, белый. Теперь сделаю выхлоп вот с этой стороны. Приклею крышку маслосъемника и вот на эту часть тоже приклею. И покажу законченный вариант. Вот что у нас в итоге получилось. Минус только в том, что крышка маслосъемника получилась большая, ничего страшного. Вот так у нас получилась передняя часть, боковая, задняя так просто, будет тоже закрыта. Такая вот турбина, выхлопная система такая вот получилась, вот такая же останется, типа ржавый, просто медная проволока приклеена. Вот использована была этот стержень от ручки, прозрачный белый. Вот как-то так. Всем, кому понравилось видео, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на канал. И всем пока.